Я считаю, что абсолютной сенсацией стало появление в авиапарке Аэрофлота Боинга 777. Но это на самом деле удивительный самолет. Я считаю, что это апофеоз технологической мысли на сегодняшний день. Что в этом самолете принципиально другого? Ну, я бы не сказал, что он самолет будущего, потому что он достаточно много уже эксплуатируется на линиях. Но это практически самый безопасный самолет в мире. И он принципиально другой, как все говорят. Он другой. Это широкофюзеляжная машина, дальнемагистральная. Вместимость наших машин 402 места. Там предусмотрен сервис не только для пассажиров, но и для экипажа. Там есть отдельные места для отдыха. А какие еще изменения в сервисе тогда будут объяснить? В сервисе, смотрите, там появился так называемый премиум-сегмент эконом-класса. То есть есть эконом-класс, то есть как бы обычная рассадка, как всегда, и есть премиум-сегмент, и есть бизнес-класс. А что такое премиум-сегмент? Объясните. А премиум-эконом — это сегмент между эконом-класса и бизнес-классом. Это тоже мировой тренд. То есть это создается для пассажиров, которые не готовы платить за бизнес, потому что он дорогой, но не готовы лететь в эконом-классе, потому что ну, им некомфортно. А по каким направлениям будет летать Boeing 777? А, вы знаете, первый рейс он совершил в Бангкок. Ну, то есть это дальнемагистральный самолет? Дальнемагистральные машины — это Юго-Восточная Азия, это Америка. Ну, это та машина, которая на самом деле может сделать комфортным ваш полет на большие расстояния. И вот они все идут с Wi-Fi.